Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. А можно к вам? Да, да, присаживайтесь. Здравствуйте. А то здесь все занято. Держите. Не буду. Мама, давай! Давай, мама! Говори, говори что-нибудь, мама! 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Внучка моя. Очень приятно. Откуда вы? А с Новосибирска едем. Домой, в гости? Надеюсь, в гости. Извините, а раньше бывали в Астане? Сокмолинских времен. О, давно. Да. А мы целиноградцы, получается? Да. В Целинограде родились? Да. Сейчас это другой город. Астана, столица. Меняется, все меняется с такой скоростью. Хурмет тяжело ушла. 30 минут тенге на Астана, калас на житемес. Сиздерде вы из орнда. Собираемся. Через полчаса подъезжаем. Я правильно понял? Да. Да, верно. Ну что, как съездили? Ну, нормально съездили. Нам это жизнь. Ну, хорошо. Деда, поехали? Внучка, часы остановились. Первый раз за столько лет. Давай до отеля доберемся, чего-нибудь придумаем. Давай, садись. Спасибо. Что, деда, красота? Ну, ты осваивайся, а я в душ. Yeah.
Ишим. Река Ишим. Да. Присядем. Давай. Ой. Ну ты отдыхай, а я часы в ремонт отнесу. А, да. Отнеси, Наташа, отнеси. Только внучка. Недолго. Не переживай. Не уходи, главное, никуда. Я вчера свой дом искал. Но разве найдешь? Тут все так изменилось. Такой город. Найдем. Угу. Здравствуйте, племя молодое, незнакомое. Здрасте, еле вас нашла. Здравствуйте. Мне сказали, вы можете починить эти часы. Посмотрим ваши часы. Давайте. Сағаттарды тастамай тағып жүріңдер. Болат, Серік, сендер туған бауырсыңдар. Соны ұмытпаңдар. Это ваши часы? Нет, они же мужские. Это моего деда. Дедушка, дедушка живой? Конечно, тут на набережной, недалеко. Одну секундочку. Сергей, Сергей. Эй, стойте! Это ваши часы? Булат? Сергей. Булат. Сергей. Булат, брат мой. Брат. Туған жерді аналарымды ұмытпаңдар.
Извините, девушка. Девушка! Как дела? Угу. Алло, ты где? Я здесь. Нет, ты еще не здесь. Девушка, девушка! Куда расписаться? Так куда же вы? Вот. Ребята, у нас сегодня после обеда комиссия. Всем быть готовыми. Кто такая? Почему не знаю? Это Лена. Такси! Стажировалась в Германии. Девчонки, я с таким парнем познакомилась. Но я как увидела его, ёкнула что-то. Я чувствую, что это мое. Да ладно тебе, у тебя так всегда. Нет, 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 нет. В этот раз все серьезно. Короче, он меня на концерт зовет. Говорит, с другом будет. Просит подругу взять. Ну, пойдем. Какие у меня концерты, ты же знаешь. Они у меня все на один мотив. Да и танцевать. Лучше не танцевать, короче. Сологуб. Знаешь такого? Его концерт. Федор? Виктор. Так, девчонки, вот пригласительные. Я вас жду. Отрываемся по полной. Будет круто. Мне здесь так нравится. Да, прикольно. Чувствую, вечеринки в Астане уже круче, чем в Алмате. Зато у нас девушки поэффектнее. А девушки – это мы. Мы. Макс, привет!
да. Нет, 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 мы Суперман. Мы едем ко мне. Давай, брат. До свидания. Может, мы тоже куда-нибудь ко мне? Я еду домой, что у вас там? Шеф, тут парочка ругается. Ну ты чё? Ты чё ломаешься-то, а? Поехали, кому говорю? Девушка, подождите! Девушка! Ну, может, наконец познакомимся? Ренат. Дарина. Куда едем? Пока прямо. Ты представляешь, я до сих пор не могу поверить, что я тебя нашел. Ты помнишь нашу первую встречу? Я же тебя потом после этого искал. Я узнал, где ты работаешь. Потом я увидел твой телефон, но я собирался тебе позвонить на самом деле, но почему-то все время откладывал. Но все никак не решался и... И ты представляешь, я тебя вижу возле своего клуба. И разве это не чудо? Я даже написал тебе стихотворение. Если ты не против, я тебе его зачитаю. Луч солнца питает, вокруг все живое. Ты думаешь, что все это зря? Увидев закат и небо немое, ты думаешь, что все это зря? Когда ты ныряешь в любовь с головою, ты думаешь, что все это зря? Встречается то, что такое родное. Ты все еще думаешь, что все это зря? Нет, я скажу по секрету, что многое здесь не случайность, а зря. Всему есть причина, а впрочем и следствие. И имя всему. Это судьба. Тебе не понравилось? Я чувствую себя как пацан какой-то. Ну что ты молчишь? Я чувствую, что ты говоришь что-то очень важное и красивое, но я почти ничего не слышу. Классная шутка, кстати. Подловила, молодец. Я не шучу. Что? Вообще не слышишь? У тебя кровь. Кровь. Умоюсь, хорошо? Я умоюсь. Отвези меня домой, пожалуйста. Я тебя люблю. Я
Надо. Обижается? Дело было так. Понимаете? Да. Меня на работе повысили. Хорошо. В Астану перевели. Очень хорошо. Квартиру дали. Алло, Алиюш? Ты подарки детям купил? Да, да, все купил. Сегодня уже лечу! Талган. Алло, Алиюш? Да, да, все нормально. Я говорю, лечу сегодня уже. Алло, алло. Все. Талган. Приеду, говорю. Что случилось? А она в Алма-Ате хочет остаться. А это почему? Ну, говорит, там с мамой некому сидеть. С тещей, в смысле. Слушай, а ты эту маму тоже забери. Ты же мужчина, а? Нет, кто? Ау, Санджик. Ну, ты-то мужчина, а? Ну, ты же уже большой. Ты же старше. Мама, я ее старше только на 5 минут. Мне что, всю жизнь с ней мучиться? Вот, например, моя Тамрико на меня никогда не обижается. Никогда. Алма-Ата, 19:55. С наступающим. Спасибо, вас также. Секундочку. Алма-Ата на полосе. К сожалению, вы опоздали. А ближайший? А ближайший? 1 января в 7 утра. Полетите. Это вам. О, Тамрико. Да, Тамрико, здравствуй. Нет, 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 к обеду я не буду. И к ужину тоже. Новый год, конечно, вместе будем встречать. Эх, кому я вру. Так, так, быстро в поезд. Ты где сейчас? Я не опоздал, Алия. Я задерживаюсь. Ты что, тебя дети ждут? Талгат, послушай меня внимательно. Или мы с тобой встречаем этот Новый год как семья, или... Или я не знаю. Алия! Алия! Ну почему у меня всегда вот так? В аэропорт! Эй, 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 эй! Дорогой, ты почему такую красавицу сломать хочешь, а? А ну, давай на багажник. Опа! С наступающим тебя, дорогой. Я не пью, я тороплюсь. Я тоже не пью. У меня семья, мне к семье надо. Семья – это святое. Чистый виноград. За здоровье наших родителей. Угу. За здоровье наших детей. Кушай, да. Жалко, что ты уезжаешь, а? Ну, блин. Что такое? Это... Это близкое время. Поехали, время уже! Что ж мне теперь делать?
дорогой, елку забыл. Да забери ее себе. Она не нужна мне уже. Во-первых, давай знакомиться. Что та? Талгат. Спасибо. Послушай меня внимательно. Я тебя подарю, я тебя выручу. Набери, только не плачь. По здоровью не прошел. О, поработай на свежем воздухе. Врачи советуют. Мне бы твое здоровье. Вон там. Вроде все на месте. Ключ давай. Хорошо, поехали. А я в армии служил. Винзавод охранял. Сейчас приедем, сразу же ей скажу. Собирай вещи, переезжаем в Астану. Будем жить, как нормальная семья, вместе. Молодец, настоящий мужчина. Спасибо, друг. Да ну что ты, давай бегом. Беги, беги, беги. Алиюша! Алия! Алия! Не может быть. Алло, Талгат. Положительный? Я в Астане. Как в Астане? Ты знаешь, я вдруг подумала и решила, я хочу переехать к тебе в Астану. Я хотела сделать тебе сюрприз. Алия, мы обязательно его встретим вместе. Новый год? Да ты же не успеешь. Да я про ребенка. Дорогой, ты опять забыл свою елку? Шота. Жена и дети уже в Астане. Поехали. Поехали обратно. У меня будет ребенок. Ох, еще один. Молодец. Это надо отметить. Я тут знаю одно местечко. We'll be right back.
начнется матч между местным Барысом и казанским Акбарсом. Эта игра станет последней формой казахстанской команды для ее лидера Жана Виньи, но об этом чуть позже. Ты становишься такой же, как и твои боссы в НХЛ. Что ты несешь? Я понимаю, у тебя был трудный период жизни. Здесь тебя приняли. Здесь ты стал звездой. Но как только ты улетишь, ты обо всем забудешь. Итак, встреча началась. Гости, не откладывая дело в долгий ящик, принялись навязывать Борису свою волю. Казанцы идут вперед большими силами, размашисто и разнообразно атакуют, а при потере шайбы активно прессингуют соперника, заставляя их по большей части. Игра проходит в зоне хозяев. И вот мы видим опасную атаку в исполнении Акбарса. Пас на синюю линию, бросок, и гости открывают счет. Жан Виньи здорово начинал в НХЛ, однако затем, после тяжелой травмы, Монреаль отказался продлевать с ним контракт, и Жан принял решение поехать в Казахстан, откуда родом его мама. За 3 сезона в Барысе Виньи сумел вернуться на прежний высочайший уровень, и теперь сразу несколько клубов за океаном хотят видеть его в своем составе. Я завтра улетаю и никого не предупредил. Я надеялся, что мы полетим вместе. Открыв счет, Акбарс отнюдь не собирается останавливаться на достигнутом. А вообще, казанцы крайне неудобный соперник для Бориса. 12 предыдущих встреч неизменно завершались победой Акбарса. Должна же эта серия когда-нибудь завершиться. И в надежде на то, что это непременно должно случиться сегодня, болельщики, до отказа заполнившие трибуны Дворца спорта «Казахстан», с удвоенной энергией продолжают гнать свою команду вперед. Но... А может, настанет такой момент, и я тоже перестану тебе быть нужна? Нет, ты не перестанешь. Почему? Потому что ты мой талисман. И меньше минуты потребовалось первому звену Акбарса на то, чтобы использовать численное преимущество. Алексей Морозов после передачи Дениса Зарипова из круга вбрасывания вогнал шайбу под перекладину. 2-0. Гости упрочили свое преимущество, и, похоже, Борис сегодня может спасти только чудо. Атаки Бориса становятся все более настойчивыми и опасными. Жан Виньи пока откровенно не везет на его партнеры, постепенно проникается решимостью любой ценой спасти этот матч и сыграть, как говорится, еще и за того парня. Опасная атака сходу. Толгат Джейлалов прорывается по правому флангу воротам Акбарса. Бросок и шайба в воротах. Борис сокращает разрыв в счете. Распечатав Веханина, станчане заиграли раскрепощенно. Волны атак накатываются одна за другой. Вот момент, бросок не пробивает. И Кевин Долман первым успевает к отскочившей шайбе. 2-2. Времени на льду случаются небольшие заварушки, но арбитры четко контролируют ситуацию на льду. С одной стороны, давая игрокам выпустить пар, а с другой, не давая превратиться хоккею в бои без правил. Напряжение нарастает. Совсем немного времени остается до конца этого интереснейшего матча, по ходу которого Борису удалось отыграть у титулованного соперника преимущество в 2 шайбы. Ближе к концу этой встречи Жан Виньи и его партнеры по звену практически не уходят с площадки, выходя на лед через смену. Это приносит свои плоды. Тучи над владениями казанцев голкипера разгущаются. Шайба в зоне гостей. Жан Виньи почему-то один-одинешенек напротив ворот Акбарса. Он словно превратился в человека-невидимку. Защитники Акбарса не атакуют его. Бросок!
«Золотая сирена» Борис впервые в своей истории побеждает Акбарс благодаря шайбе прощающегося со страной Жана Виньи. На этом все. И до новых встреч на нашем канале. Прости, но я остаюсь. Назар Аударнездар, Ас Викторнда, Мориал Халасына дейінгі, 500 бірінші рейске билеттерді тіркеп, жүктерді, ол жүктерін тексеру, кедендік және шекаралық бақылау аяқталуға жақын. Внимание! В секторе А заканчивается регистрация авиабилетов, досмотр багажа и ручной клади, таможенный и пограничный контроль на рейс 501 до Монреаля. Attention, please. In the sector A, check-in baggage and baggage screening, custom and passport control. For the flight number 501 to Montreal, as closed. Еще помнишь меня? А, ты... Когда мне было 8 лет, я был по уши влюблен в Айку. Десантники на борт! Есть! Запуск двигателей! У нас была спецоперация. Да так, ты уже собираешься?
Не знаю. Века, пошли домой, ужинать пора. Может, еще поиграем? Мам, Айке скучно, можно мы еще поиграем? Бери Айку, пойдемте к нам ужинать, а потом дома поиграете. Ура! Алло. Дашь мне свой шлюмофон? Да, Нара. Нет, я его никому не даю. Конечно. Он выдается только настоящим вертолетчикам за 50 полетов. А ты еще ни разу со мной не летал. У меня тут с этой голова кружится. Без проблем. Ну вот, видишь, а у настоящих вертолетчиков не кружится. Угу. Звонила твоя мама. Она осталась сегодня в больнице на дежурство. Так что сегодня переночуешь у нас. Собираешься спать? Конечно, а вдруг срочный вылет? Ладно, всем спать. А где ты его взяла, свой шлем? Когда я была маленькая, мы ездили куда-то далеко-далеко к папиному другу. Он работал на вертолете и обещал меня прокатить. Но папу срочно вызвали на работу. И мы уехали. А папин друг подарил мне этот шлемофон. И сказал, что прокатит в следующий раз. А я решила, что когда-нибудь сама буду управлять вертолетом. Только не говори никому, что я хочу пилотом стать. Хорошо, не скажу. Поклянись. Клянусь, клянусь, клянусь. Красота. Айбек. 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 Может, ты мне покажешь? Лучше не надо. Ребятки, до конца урока у нас осталось 15 минут. И я предлагаю вам написать письмо Деду Морозу. А я пойду на почту и отправлю ему письма с вашими желаниями. Ура! И не забудьте, сегодня вечером мы идем на концерт Алуи Кулжабаевой. Не делают. А ты чего? Краски и мольберт. Эх, это и так купить можно. Попросила бы чего-нибудь стоящее. Что, например? Ну, не знаю. Телескоп, например.
тебя. Здрасте, Чулпан Султанов. Здравствуйте. Чулпан Султанов, вы уже отдали наше письмо Деду Морозу? Нет еще. Вот как раз иду. А можно я поменяю свое письмо? Ну, можно, я думаю. А что случилось? Я неправильно желание написал. Ну, тогда, конечно, нужно поменять. Какое твое? Спасибо. Пожалуйста. С наступающим! Ты чего там высматриваешь? Подарок. Ты думаешь, он с неба упадет? Сайка. Я. Письмо получил. Вот, прилетел за тобой. Пошли. Так не бывает. Подождите, давайте возьмем Беку. Беку? Бека, пошли. Ну что, давай. Ну-ка, детки, залезайте. Еще не знал, что через 20 лет Айка станет астронавтом. Поедем? Понятия не имею. Столько летел, о чем думал? Тебя что, друзья или родственники не встретили? Астана большой город. Большой? Считай, тебе повезло, что ты в такси к Думану сел. Все тебе покажу. Меня, кстати, Думан зовут. Это по-казахски счастливый, веселый. А ты кто? Тимур. Имя у тебя сильное, а куда ехать не знаешь. Может, тебе покушать отвезти? Места есть, пальчики оближешь. Погоди, дай-ка я вперед пересяду, остановить.
Я тебе все расскажу, и тогда уже решим, куда ехать. Давай, давай. Девушка здесь одна. Найти ее мне нужно. Очень. Астана большая. Что знаешь про нее? Про Астану? Про девушку. Как зовут? Где живет? Где живет, не знаю. А зовут ее Аружан. Красивая душа, значит. Это хорошо. Но мало. Она актриса, у нее съемки здесь. Мы в Москве познакомились на фестивале 4 дня назад. Видел ее всего полчаса. Полчаса всего, а расстались, как свет погас. Любовь с первого взгляда получается? Разве бывает другая любовь? Объедем весь город. Идет? Зажжем твой свет. Сам ты чем занимаешься? Фотографией. А ее фотографии есть? Сейчас тебя в одно место отвезу, ты там поспрашивай, а я у своих узнаю. Есть ребята, киношников возят. Вот телефон. Созвонимся. Пока. Жоқ, жаңа ғана келдім. Жаңа емес, өзің қалайсың? Не жаңалық? Вообще, тебя ж скоро вся страна узнает. Ну-ка, посмотри на меня. Что-то случилось? Выкладывай. Он что, так и не сделал тебе предложение? Сделал. Позавчера. Платье выбираем вместе. У меня вообще столько всяких разных идей. Да что с тобой? Я была в Москве, помнишь? Ну и? Я встретила там парня. Что? Что? Только о нем теперь и думаю. Ты в своем уме? Тебя такой красавец зовет, с положением. Учился в Лондоне. И думать нечего. Да пойми ты, мы с ним кольца вместе выбираем, а я думаю о другом. А родители знают? Ты им сказала? Я даже думать об этом боюсь. Да. Да и кто тебе позволит? Ну, у него отец казах. А сам он кто? Ну, что ты плачешь? Говори. Мы не успели телефонами даже обменяться. Виделись всего полчаса. Знаю только, что Тимур зовут. Ну и где теперь его искать? Я тут снимал, вас. Может, покажешь, Вы, наверное, привыкли. К чему? К чему? Что вас снимаю, Завтра никак. Я уезжаю на съемку. Снимайте.
Астане. Это удивительный, город. Другого такого нет. Вы так смотрите, Извините. Не извиняйтесь. Ну и не молчите. Извините. Приготовились к съемке. Тишина. Таня, Поправляем грим костюм. Как искать будете? Сам не знаю, что со мной, Можно? А как искать? Искать будете? Сердце. Тебя носит, а? Ищу круги выписываю. Мы же договаривались. Не один ты ее ищешь. Вообще у них там переполох, куда-то потерялась она. Кончено. Поехали в аэропорт. Может, и правильно. Я слышал, она замуж выходит.
Уважаемые пассажиры, пристегните ремни безопасности, пожалуйста. Сейчас. Ой, простите. Ой, простите. Если можно, уберите пальто, пожалуйста. И сумку наверх. Спасибо. Мне кажется, у вас ничего не получится, потому что вы пытаетесь пристегнуть свой ремень к моему. Простите, пожалуйста. Молодочка, извините, не могли бы вы свою сумочку положить в багажную полочку? Простите, но я не могу этого сделать. Так положите под сиденье впереди стоящего кресла, пожалуйста. А, хорошо, так будет лучше. Добрый вечер, дамы и господа. Командир корабля Владимир Устинов и экипаж приветствуют вас. Продолжительность нашего полета по маршруту Нью-Йорк-Астана 12 часов. Желаем вам приятного полета. Благодарю за внимание. Здравствуйте, такси. А, да, пожалуйста. Дайте вашу сумочку. Ваш кейс? А, нет, нет, это я сам. Пожалуйста, прошу. Угу, спасибо, прошу. Ты вернулся. Здорово. Салам. Здоров. Как дела? Нормально. Забыл футбол сегодня. Да, помню, конечно. Смотри, чемоданчик какой козырный. А скорь ему беду за две минуты. Да слабо ему. Ну, закройся ну, ты. Ты что делаешь-то? А давай наспор. А давай. Простите, пожалуйста, а не подскажете, где здесь сувениры продают? А, это там, на втором этаже. Спасибо, большое спасибо. Я Салах Павел Аркадьевич, 1966 года рождения, проживаю по адресу 133 Адамс-стр. Брооклин, НЕУЦ. NYC, Нью-Йорк Сити. Давайте-ка укажем место регистрации, как полагаете, там сверху напишите, как вы говорите. Значит, предположительно в украденном чемодане находилась... Урна. Урна с прахом моего отца. И вы, значит, привезли его, чтобы... Чтобы развеять над Астаной. Потому что... Потому что такова была последняя воля моего отца. Почему? Что почему? Ну,
Почему именно над Астаной? Ну, видите ли, 43 года назад именно в этом городе мой отец встретил мою мать. Он был русский целинник. Он правда считал это лучшее, что произошло в его жизни. А через год мы эмигрировали. Отец был музыкант, и он всю жизнь мечтал играть джаз. А здесь тогда, насколько я знаю, это было невозможно. Скажите, я, наверное, сейчас очень глупый вопрос задам, но тем не менее, какова вообще вероятность, что его найдут? Кого? Моего отца. Ради бога, простите, это я виноват. Это вы? Ой, здравствуйте. Какой-то фетишизм у него на эти женские туфли. И обязательно, чтобы вот с каблуком. Это ваше? Нет, это не мое. А что вы здесь делаете? Иди сюда. Какая печальная история. И очень красивая. Ну, что ж, как говорится, давайте знакомиться. Меня зовут Павел. Просто Паша. Ой. Паша. Мне очень приятно, но все-таки как вас зовут? Паша. Вы шутите? Нисколько, есть такое старинное русское имя. Я тоже Паша. Это... просто невероятно. Получается, мы с вами Паша и Паша. Получается, мы с вами тёзки. А это? Это значит ваш Чарли. Да, это Чарльз Птица Паркер. Да бросьте. Это же мой любимый музыкант. Шутите? Нет, серьезно. Вы любите джаз? Как вам сказать? Я, знаете, играю на кларнете в одном маленьком бруклинском баре. Так вы, получается, тоже джаз любите? Да нет. Нет. Любите-любите, раз собаку так назвали. Это была идея мужа. А где ваш муж? Объелся груш. Ну да. Вы знаете, моя жена, она тоже объелась груш. Печально. Давно? Давно. А вот развелись недавно. Это ее обувь вы выбрасывали в реку? Мое! Это я придумал! А я украл! То, что внутри мое! Нет, моя! Отдай! Мое! Нет, мое! А вдруг там чья-то голова? Мое будет! Нет, моя! Мое! Посмотрите! Пусти чемодан! Нет, похоже на ваш чемоданчик! Мое, я сказал! Мое будет! Мое! Парни, шухер! Эй, пацаны! Стой! Стой, не убегай! Подожди, ты... чемодан это где взял? У гостиницы? Это мой чемодан, я его нашел! Хорошо, твой, так твой! Хочешь, я у тебя его куплю! Стой! 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 Стой, говорю! Стой! 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 Стой, тебе говорю! Все в порядке, ничего тебе не сделаю. Не бойся ничего. Только чемодан, да, и все.
Отец говорил, там, где кончается одна дорога, сразу же начинается другая. Какие планы на вечер? Кем бармасан бит пейдін ол не ғылған шаруа? Әке шешен егер кеп мұнда керіп, апталап жатса, онда әңгіме басқа. Келгеніміз бүгін ғана ғой. Түсінсеңіздер, шынмен мен бармасан балғы ол мәселе шешілмейді. Ол не ғылған бит пейдін жұмыс, сон айтшы. Сабыр, сабыр. Енді баланың жұмысы солай шығар. Енді бару керек болса барсын. Балам өзің не ауымай қыл? Ойбой, өзің қандай едің кезінде? Күнімен, түнімен алдартыңа қарамай, атыңа мініп алып кетуші едің ғой. Мен бармасам оларға кім көмектесін? Жақсы, жақсы. Әке, бұл. Ашуланбаңыз, ренжімеңіздерші. Мен бармаймын. Мен қаламын. Шында да күнде келіп жатқан жоқсыздар, қазір. Есі, жүрме көрші. Той, осы. Бір келгенде баланың мазасын алып, осы сенің ағысы сөзің бітпейді екен. Жабыр, жыбыр, 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 қақпас. Балам. Ау, Серік. Келші мұнда. Балам. Ашумен қатты кеттім ол дейім. Сапарыңнан қалма. Ай, рахмет. Ай, апатайым сал. Рахмет, әкешім, сізге рахмет. Түсінгендеріңізге рахмет сіздерге. Сіздер бар ғой? Астананы аралап қыдырып көріңіздер. Бізде әдемі жерлер өте көп қой. Астана қанша дегенмен еліміздің жүрегі қой. Сіздердің де уақыттарыңыз бар, я? Сіздер көріңіздер. Айтпақшы бар қой. Келіндеріңізбен кездесуім керек еді. Бірақ енді оған да үлгермеймін. Апа, мынау не де бар қой? Шкафтың ішінде? Е. Сыйлық бар қорапшада. Соны келініңізбен кездескен кезде сыйлаңыз. Ойбай, әрі танысып қайтасыздар, жарай ма? Жарайды. Ат Әсел. Әсел? Міне, мына телефон осыған хабарласар. Болмаса, СМС жібереді. Болмаса, СМС жібереді. Кім емес дедің? Әсел деген әдем аты. Ойбай, мен өзі тірілдей батыр. Ал сәш қолыма. Әліде. Әлі? Бас бұсыш. Әліде. Әлі? Ешкімін демейді. Бәс сен бас бұрш. Міне. Қолымның ұғы бар, ұстаған дүниенді бүлдіресім. Қолымның ұғы тұр ғой, түгі де жоқ.
қазір көшедегі балалардан сұрап білем. Кімнен? Естің алдында балалар толып жүр ғой, солардан сұрай. Күт шекінім ай, бұның несі түсініксіз? Қалқымау, осыны балам тастап кетті. Келін қабырласа, телефон шалады деп. Содан кейін кездесетін жерді айтады деген. Бұл бәленің тілін білмейміз, шекші кетеді. Бірақ басқа да шықпайды. Ата, сізге СМС келді. Мен сіздерге хат келді. Хат келді дейміз? Келді дейді. Оқып бір шықырағым. Республика алаңы 34-ші үй. Аха. Со жерде таксофон бар. Сол үйдің тұсында, үйдің төбесінде сары шар ілінген. Аха. Сол бойынша мен табасыз депті. Бірақ аты жөн жазбаған. Ал біз ол жерге қалай жетеміз? Ұял телефонның ішінде жол картасы бар ғой. Не дейді, мұнаның ішінде ме? Я, ұял телефонның ішінде. Карта деген сен білемісің? Ой, мен әскерде болдым ғой. Әскерде мен сержант болдым. Келіңіз, келіңіз, көрсетейін мен сізге. Міне, мына жерден басасыз. Жақсылап көріп, оңға жылжытасыз. Мына жерде көшелердің аттары белгіленген, көшелердің аттары. Мынау былай. Я. Қызығы? Иә, түсіндіңіз бе? Бе? Үйрендің бе? Рахмет айналайын. Бақытты бол. Көшегін көгерсін. Бақытты бол айналайын. Жолың болсын. Айтқаныңызға сау болыңыз. Қарасаш мұны көзіңе. Ой, осы айтқанды қоймайды екенсің. Айналайын, былай емес, былай қырта. Құдай-ақы, апа, бір қоңырау шалып олайыншы, тығыз шаруы болып тұреді. Апа, Құдай-ақы. Алам, сала ғой. Рахмет, апа. Алам. Ақсақал, мұның не? Мұна саржар бенкі. Әй, дейінің сауымай! Ой, бұ! Әй, қайда жүрсің? Сен қайда жүрсің? Сен қайда жүрсің? Ой, айналайның бағырады қайда жүрсің сен саны? Ой, мен жергіктен таппадым ғой сені! Айтқан жоқ, артымдан қалма, мен балам ерде. Қарта қайда? Қарта? Мені жат. Қарта жоқ. Ой, бұ! Еді қайтық. Енді менің айтқаным өкініс. Thank you.
Әсел мүсін? Я. Серіктің әкешешесі боламыз. Мұна шал Серіктің әкесі мен әшешесімін. Серіктің өзі қайда? Жұмысына сұралып кетті. Я. Қарағым. Нана Серік өзің арнайы беріп жүрді. Рахмет. Қандай керемет. Мұна Серіктің сыйлығы болса, мұнау менің сыйлығым айналайын. Көзіңді көріп қолыңа салып жүр. Бақытты болыңдар. Рахмет, апа. Привет, Соня. Вставай. Привет. Сегодня мы идем в ресторан. Ты выбрал в какой? Я-то да. А ты? Я... Как долго вы общаетесь на расстоянии? Уже год. Девочка моя, ну так же нельзя. Просто понимаешь, ему только дали новую работу, а у меня появилась возможность уехать по программе «Балашак». И родители не разрешили отказаться. Я тебе серьезно говорю, прекращай это. Ну, я уже скоро вернусь домой. Good morning. Morning. Please come in. Thank you. Take a seat. Like something to drink? Just water, please. Sure. Привет. Анар, сегодня как раз... Сегодня нам... Нам? В общем, я счастлив, что мы вместе. Вместе? Что такое? Здесь потрясающий вид. Анар, люди уже вообще забыли про обычное общение. Послушай меня. Напиши ему обычное человеческое письмо. Да я все понимаю, но... Узнаешь это место? Конечно. Говорят, если загадать желание, именно здесь, оно непременно сбудется. И что ты загадаешь? Быть вместе. А помнишь прогулку по Ишиму? По Гудзону. Конечно, да, но я ведь в Астане. Вот именно, а я в Нью-Йорке. Я целый год тебя ждала, а ты так и не приехал. Ты же знаешь, я не могу оставить работу. Я только получил новый проект. Приезжай сама. Сама? Хорошо. Как-нибудь приеду.
Послушай, Айдар, зачем тебе все это надо? Ты молодой, успешный, тебя любят девушки. А ты как маленький пацан играешь в любовь на расстоянии. Он обещал приехать. Я ждала. Прошел год. Мы почти не расставались. Завтракали, ужинали и обедали вместе. Было славно, конечно. Но время уходит. Айдар, люди не могут жить без общения, особенно когда влюблены. Нас связывают провода, компьютеры, телефоны, интернет. Это делает нас одновременно и ближе, и дальше друг от друга. Но из-за этих штучек мы стали забывать, что такое тепло. А самое главное — это невозможность прикоснуться друг к другу. Я пишу тебе это письмо и надеюсь, что ты сможешь понять все правильно. Все это время я мечтала о нашей встрече здесь, в Нью-Йорке. Надеялась на то, что ты все-таки приедешь. Но не дождалась. И я решила, что нужно что-то делать. Но ведь не может же все так дальше продолжаться. Значит, надо встать и сделать шаг навстречу. Привет. Привет. Знаешь, я ехала домой и подумала, год в онлайне. Все-таки это праздник. Хотя мы ведь уже привыкли так. Да, Эйдар? Ты хочешь, чтобы этот праздник закончился грустно? Я вообще не хочу, чтобы он заканчивался. Когда люди слишком долго не вместе, вот здесь, праздник может закончиться. Письмо. Распишите здесь, пожалуйста. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Айдар, может быть, нужно было менять это резко и гораздо раньше. Понимаешь, еще год назад, когда я уезжала, мы знали, что долго,
очень долго не увидимся. Ведь наша Астана и твоя работа, все это очень важно для тебя и для нас. Алло. Ассаламу алейкум. Уағалейкум салам. Мен саған өзім қабарласайын десем, ақшам бітіп қапты. Біз мұнда жігіттер мен нарғыздың өлеңдерін оқып жатырмыз. Айтпақшы, сендер не? Пойызға іліп отырған жоқсыңдар ма? Кеш құрасыңдар. Таңертең оған мұғалімдер келіп кетті. Мектептің терезесін қалай сындырғанын айтайын деп. Нарғыз сол үшін жазалы. Түү, соны да сөз қылып. Мен мұнда жігіттерді ақыңызбен таныстырамын деп уәде берген. Жантас, сен недеге таш жүрексің? Нарғыздың арманы Астананы көргісі келеді. Өлеңдерді қандай жазады? Ал сен бір қай-қайдағы терезе ағынмен жазалайсың. Оның өлеңдері газеттерден марапатталған. Ал оның жүлдесін бөліп алуға сенің хақың жоқ. Марапаттаса қайтейін. Мен қызымның адам болғанын, қыз сияқты өскенін қалаймын. Мұғалімдерден де ұят болды. Қызымызға жөндеп біз тәрбие бала бере алмай жүрміз. Естеймісің, ол қыз. Түсінемісің, қыз. Жарайды, ағатай. Ренжі көрме. Біз Астанаға бармаймыз. Тым қаталсың, сен Жантас. Мүмкін оның мұндай белсенділігі дұрыс та шығар. Мына біз сияқты қарапайым шаруаларға қарағанда мол жетістікке жетеді. Ақын боп кетер. Әнеке кім ойлапты? Газетке өлең шығады деп, Астанаға шақырылады деп. Кім білсін, бәлкім елбасының алдында өнер көрсетер. Мүмкін. Бірақ маған оның бізді елдің алдында масқара етпегені маңыздырақ. Өлең жазғанын қайтейін. Олдан асқан бұзақы болса, ағаштан түспейді, одан қалыпса комбайн айдап кетеді. Енді терезе шағу шығарды. Ей, мұндай істе ер бала істеуге шамас жетпейді. Сен айтпасаң да, іштей олдың қалайтын мен білемін. Мұнан арғыз да біледі. Той, тағы да бастадың ба? Кішкентай болса да ол бәрлігін түсінеді. Сенің суық мінезінде де сезеді.
Сондықтан да ол баланың тірлігін жасап жүргені. Неге Астанаға сонша ұмтылатын білесін бе? Жалға соған, бәйтеректе ел басының қолын ізін қалдырған бір жер бар депті. Соған қолын тигізіп, тілек тілесең, Алла тағаланың қалауыменен кез келген арманың орындалады депті. Оның не армандап жүрген білесін бе? Жарайды, қойшы енді. Жантас, бұл сенің қызың ғой. Оны сен ойламайсың ба? Доғар енді. Нарғыз боп тұлғаны күнәлемес қой. Той. Бұл мінезін қоймаса, бір жылдан кейінде ешқайда бармайды. Нарғыз. Жерге оралу, басымызға қонған бақ екен ұмытпауымыз керек. Бүгде елдегі бастан өткен тауқыметтер, аштықта, кедейлікте өткен күндер аз уақыттан соң бірлі жарының ғана есінде қалады. Біз қазақтар бүгінде қандай бақытты гүлденген заманда өмір сүріп жатқанымызды анық түсінуіміз керек. Сайлаудағы бүгінгі жеңісім ол халқымның ынтымақ бірлігінің мәуелі жемісі. Халқымның қолдауы маған жігер береді. Жазы талада жаяу алысқа кетем дедің бе? Ендеше бәйтеректе тілеген тілегім бар дейсің бе? Кемел тілектің оны газет шақырған. Бірге қалаймыз. Ақындар мүшелесінде жеңіске жетті. Білемін. Нарғыз, өзің қалай? Сабақта өте озат оқушы екенсің. Патриоттық өлеңдер жазасың. Істеп жүрген қылығыңды қарашы. Барып тұрған біз ақының қылығы. Бұл қалай? Қалай еді әлгі? Тәуелсіздік, атың қандай киелі. Осылай ма еді? Таяуда мен Нарғыз Иманғазы деген осы астаналық бүлдіршін ақын қыздың жыр жолдарын тыңдадым. Онда былай деп айтылған. Тәуелсіздік атың қандай киелі, сені қорғау әр қазақтың парызы, әр қазақтың сендеп соғар жүрегі, тәуелсіздік қандай ғажап бұл оғым. Кеп кішкентай қыздың осындай өмірін шығарып жүрегінің айтуы. Нарғыз. Осындай тәуелсіздіктің қадірін жете сезінетін отаншыл мемлекеттің жақсы өскендердің өсіп келе жатқаны мені ерекше қуанышқа бөледі. Бәйтерекке барғанда қандай тілек тілегін келеді деп сұрадыңыздар ма?
комбайн айдауды қайдан үйрендіресің, а? Не дейсін? Комбайн айдауды деймін. Қайдан үйренгенсің? Қиын емес қой. Саған қарап. Қиын болмаса кел, көмектес. Бері қара. Айтқан кезде қозғалтық қосасың. Бірақ газды ақырмас. Жәлей ма? Болғым келет деймісін? Жоқ. Айнып қал. Өкінішті ақ. Сонда ертең біз байтерекке босқа баратын болды па? Мен басқа тілек тілеймін деп шештім. Інімнің болған қалай. Дейсің ба?